Дорогие друзья, сейчас вы посмотрите мой фильм, в котором находит отражение мое видение фигурного катания. Всю свою жизнь я посвятил фигурному катанию. Я участвовал в любительских соревнованиях, а последние 21 год я катаюсь в профессиональных, выступаю в шоу. 16 лет я посвятил Ленинградскому балету на льду и 5 лет Holiday on Ice. Я катался с тремя партнершами. Моей первой партнершей была моя сестра, второй — Ирина Роднина. С Ириной мы стали четырехкратными чемпионами Европы и мира и олимпийскими чемпионами в 1972 году в Саппоро. Моей последней партнершей стала моя жена Людмила Смирнова. По-своему, это был самый сложный путь, потому что это путь профессионала. За эти годы я получил внушительный багаж знаний о технике и в целом о фигурном катании от своих тренеров Станислава Жука и Виктора Кудрявцева. Станислав Жук разработал наш стиль, новый стиль катания, стиль Роднина Улана. Это был исключительно атлетический стиль, который включал множество прыжков и поддержек. Это был спортивный стиль. But my idea about figure skating is not sport. Figure skating is art. Но мое понимание фигурного катания иное. Фигурное катание — это не спорт. Фигурное катание — это искусство, величайшее из существующих искусств, прародитель которого — классический балет. А сейчас я попытаюсь показать вам, почему фигурное катание — это искусство, а не спорт. Потому что фигурное катание — это музыка. А музыка — это искусство. Музыка породила танец. Самые лучшие программы — это те, где хореография написана под музыку исполнения. И мой второй тренер — Виктор Кудрявцев. Он был мягче. Он тренирует сейчас Илья Кулик, Мария Бутырская — это его ученики, и они показывают отличные от других программ. Эти программы — это не только спорт, это искусство. И я хочу выразить свою благодарность моим тренерам за то, что они сделали для меня. Потому что каждый человек, каждый учитель влияет на твое собственное становление. И моя система, мои идеи в фигурном катании — это результат влияния многих людей. Сейчас вы посмотрите мой фильм. Возможно, вы согласитесь со мной, возможно, нет. Для меня это большого значения не имеет. Потому что мой путь — это путь профессионала. И я буду держаться своего пути. Я сделаю все, что зависит от меня на этом пути. И я буду искать лучшие пути развития для будущего фигурного катания. А теперь я приглашаю вас познакомиться с моей философией.